И последнее, развитие республики во многом зависит от высококвалифицированных IT-специалистов. Но первые шаги в сферу цифровых технологий необходимо делать уже в юном возрасте. На помощь приходят специализированные школы, где ребенок может получить основную базу. В одной из таких школ побывала и наша съемочная группа. На днях по мессенджеру WhatsApp мы увидели видеоролик по мотивам заставки известного сериала «Игра престолов» и заинтересовались авторами. Нашли мы молодых специалистов в IT-школе Алексея Ларионова. Проект начинали год назад, но в силу нехватки времени был отложен. В этом году преподаватели общими усилиями завершили разработку заставки на якутскую тематику. IT-школа была открыта 3 года назад. Первые «Ласточки» — это 120 ребят, выпустились в прошлом году. Они практически становятся специалистами, а у них уже появляется свое портфолио. Вот эти проекты, которые мы делаем, это же не просто так, они еще как проектные работы, как портфолио уже идет. То есть они могут брать платные заказы, они могут участвовать в каких-то конкурсах, да, и у нас вот ребята, которые вот закончили, они продолжают приходить. Первым делом школьники получают интенсив в течение 5 дней, где обучаются по 2 направлениям. Это 3D-моделирование и программирование. В августе школа проведет отбор, а лучшие продолжат учебу уже с сентября по май. Обучение проходит 2 года. Во время летних занятий много часов уделяется на практическую часть. Я сам захотела сюда прийти, потому что я хотела лучше научиться 3D-моделировать и программировать. Это колония Марса. Мы в группе делаем проекты. Очень многому чего я не знала. Например, делать сайты в прошлом году, делать выигры в программе. Сегодня мы будем делать скульптуры в программе Sculptris. Делаем проект «Эко-деревня». Сегодня уже не представляется жизнь без IT-технологий. Чтобы идти с миру по нитке, в республике должна идти планомерная работа по подготовке собственных специалистов, чьи перспективы и приоритеты этой весной были обсуждены на расширенном совещании главы Егора Борисова с айтишниками Якутии. Тем более сегодня разрабатывается проект IT-парка, который должен появиться в 2019 году. Нюргана Егорова, Евгений Рязанский, НВК Саха, Якутск.